Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня мы пытаемся взорвать 500 блоков TNT в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, перед нами сейчас стоит довольно большая куча TNT, и сразу я всех предупреждаю, что в этом видеоролике будут довольно жуткие лаги, поэтому вам придется маленько подождать. Ну что ж, как я сказал, перед нами стоит вот такая большая куча TNT, в которой ровно 50 блоков, может быть даже маленько побольше, но все же, наверное, все уже готовы взорвать вот эту кучу. Я вам скажу, что даже внутри она заполнена динамитом, и вправду это просто великолепный блок, состоящий из TNT. Ну что ж, я также построил конструкцию, в которую мы сейчас будем прятаться, друзья, вот за этим стеклом. Но сначала мы пустим вагонетку. Вот, ну что ж, надеюсь, все готовы. Ну, все. Фух, друзья, надеюсь, вы готовы к жутким лагам. Но я уже приготовился. Так, убавим маленький звук, и все. И лаги начались. Но, как видим, уже все начинает красиво взрываться. И каждый блок TNT начинает потихонечку падать. И в том числе взрываться. Это просто классно выглядит. Я не знаю, как это писать. Но я надеюсь, что мы останемся в целых. То есть, ну, конечно, мы в креативе. Но мне кажется, до нас все-таки TNT долетит. Потому что здесь 500 блоков, друзья. Это просто классно. Это просто великолепно. Я не знаю, что еще сказать. Но это очень классно выглядит. Все блоки TNT разлетаются, взрываются. Это просто жесть, друзья. Я не знаю, что еще можно сказать вправду. Но в следующем видео я планирую, наверное, взорвать уже 2000 TNT блоков. А вы готовы, друзья? Ну, я, конечно, готов. Но я уже вижу, что мы провалились под землю. Означает то, что нашу крепость уже взорвали. Ну что ж, мы потихонечку ждем. Ждем. К сожалению, Майнкрафт вообще никак не отвечает. Да, и вправду, нашу крепость уже взорвали. Ух ты, друзья. Вот это бум. Я не знаю, почему у меня появились багнутые тени, но такое случается только на ПК. Но теперь у меня случилось и в нашем Майнкрафте, друзья. Это просто великолепно. Посмотрите на этот радиус взрыва. Это просто жесть. 500 блоков TNT были взорваны несколько секунд назад. И вы смотрите, что произошло. Большой кратер. Большой-пребольшой кратер. И все маленькие TNT разлетелись по углам. Давайте я маленько увеличу дальность прорисовки и посмотрим на это. Это просто жесть. Смотрите, вот такой большой кратер остался. Ну, надеюсь, всем все понравилось. Вот. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.